Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Получил вот такое замечательное письмо. Это от Виталика с канала Коллектор 55 Рус. Я хочу разыграть содержимое этого письма в ближайшее время. А вам надо для того, чтобы принять участие в розыгрыше, в описании под этим видео есть ссылка на канал Виталика. Надо перейти, подписаться на канал и оставить комментарий. Участвуй и страна вашего проживания. И в ближайшее время мы разыграем содержимое этого письма. Ну что, давайте посмотрим, что же тут внутри. Давайте скроем и посмотрим, что здесь внутри в этом письме. Итак, распаковала конверт. Виталий здесь уже разделил призы на 5 призовых мест. Смотрите, вот такие вот замечательные монетки. Это тенге. Это у нас 5-е место. Обзор призов за 5-е место. Это вот такие вот 7 монеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 монеток. Это у нас за 5-е место. Давайте посмотрим, что у нас за 4-е место. Какие призы. Перчатки сниму, потому что неудобно доставать. Вот. Такие 50 тысяч. Банкноты, конечно, в идеальном состоянии. Вообще шикарные банкноты. Давайте сложим. Так, единственное, что так как я за границу не отправляю выигрыши, призы. Если вы проживаете за границей, вы сможете только подарить или родственникам, или дружественным каналам из России. Максимум, если кто проживает в Украине, может получить приз какой-нибудь другой от канала «История в монете» от Романа по нашей договоренности. Смотрите, за 3-е место. Какие замечательные призы. 1000 рупий. Индонезия. Вообще замечательно. Шелест какой. Ну, как-то вот так вот. Во-первых, это дорогое удовольствие. Во-вторых, нельзя законами отправлять. Я не хочу из-за этого и даже пытаться что-либо отправлять куда-либо за границу. Так, за 2-е место у нас вот такая вот банкнота. Афганистан. 500 афгани. Тоже состояние идеальное. Такая вот. Так, давайте монеты положим. Посмотрим, что же там за 1-е место и что Виталик положил для меня. Ну, если кто-то из Украины, то также от Романа получите какой-нибудь приз. Просто не эти банкноты. Я думаю, это как бы не столь принципиально. Так, и за 1-е место у нас идут вот такие вот. Это вот пластиковая банкнота. Мне такая, ну, подумаю, что это была в коллекции. Монголия. 20 минге. Китай. Такие вот. Джао. Тоже Монголия.
нашли вот такая вот одна, не знаю, столой, это Румыния у нас, такая банкнота. Вот такие вот Виталий подобрал места. Вам надо всего лишь навсего пройти по ссылке в описании под этим видео, подписаться на канал, оставить комментарий. Участвую и страна вашего проживания. И в ближайшее время мы проведем розыгрыш и разыграем вот эти вот банкноты. Так, вот это вот для меня, для вас. Спасибо. Я думал полностью все разыграть, но подарка никогда не откажусь. Так, вот, вот такие вот Венесуэла, 20 боливаров. Так, 10 боливаров, также Венесуэла. Вот это вот у нас кто? 5 рупий. Поискать потом, что это за страна. Так, вот такая вот тоже банкнота. Смотрите, здесь почти все семерки. Это так шучу. И вот такая вот банкнота. Состояние банкнот, конечно, просто идеальное. Спасибо, Виталий. Спасибо большое за подарок. Так, друзья, не забудьте, ссылка в описании под этим роликом. Заходите, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Участвуй, страна вашего проживания. Если победитель проживает в России, он получит именно этот приз. Если в Украине, то какой-нибудь приз от канала «История в монете» от Романа. Если в какой-либо другой стране, не обижайтесь, вы можете подарить этот приз или родственникам, проживающим в России, или дружественным каналам из России. Им будет очень приятно получить от вас подарок. Спасибо, друзья, всем за внимание. Всем пока!